Тройка определена. Глава города Вячеслав Франк, председатель городской думы, ректор Алтайского института культуры Галина Буевич и почетный строитель России Владимир Атмашкин. Именно эти кандидаты пойдут на выборы в городскую думу 8-го созыва от «Единой России». Такое решение приняли члены президиума регионального политсовета партии путем тайного голосования. Вот это в целом те люди, которые на сегодняшний день берут ответственность и своим статусом показывают жителям города, что в случае избрания они целиком, полностью и сегодня, и в дальнейшем будут работать, безусловно, только на развитие нашей столицы, нашего административного центра. Напомним, кандидаты в Гордуму из списка партии – единственные, кто не участвовал в праймерис. Эту тройку под руководством главы города Вячеслава Франка выбирает сама партия. Все остальные участники накануне прошли предварительное голосование. Его победители пойдут на выборы по одномандатным округам. Те, кто занял вторые места, возглавят территориальные группы. Задача стоит побороться и побороться за все мандаты. Мы бы хотели получить устойчивое большинство для того, чтобы и дальше двигаться, и развивать город, и вообще сохранить ту стабильность, которая, ну, с моей точки зрения, сегодня присутствует в городе Барнауле. Добавим, что выборы 8-й созыв Барнаульской городской думы состоятся уже через 3 месяца. День X, 11 сентября. Ирина Корчагина, «День с толком».